Срочную эвакуацию объявили в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Из-за угрозы теракта здесь усилили меры безопасности. Полиция ищет бомбу. Перекрыли все подъезды к терминалу прилетов. Ну а тем временем в Бельгии задержали двух братьев. Их подозревают в планировании террористической атаки. Правда, связи с предыдущими терактами в Брюсселе полиция пока не обнаружила. Кто же эти подозреваемые? Это братья Нурадин и Хамза. И они предстанут уже сегодня перед судом. И там как раз решат, необходимо ли их дальнейшее заключение, содержание под стражей. Во время обысков полиция не обнаружила ни оружия, ни взрывчатых веществ. В чем их и на каком основании подозревают, ну, видимо, будут разбираться сегодня в суде.